И все. Я уже все рассказал. Я только сейчас начал смотреть. А, ты сейчас проспал. А ты что, не видишь? Ты проспал, а я виновата. Ой, Господи. Я заморилась. То уток щипала, то петухов. Вот. А тогда смолила пока. Мужика нету. Сама смолила на газе. Снимать надо было, как смолили? Да. На видео? Да, на газе смолила. А тогда Света расчинила. А я помыла их всех. И сложила в чашку. И все. Папка унес в доме. В холодильник поставила. А я пошла еще. Зерно насыпать у ведра. Хоть каретчиком так не могу подымать. Хоть корцом насыпала. А внучок таскал. Вот и... Я таскал ячмень. Да ты немножко там таскал. Алёша, я немножко, ага. Алёша заставил, папка. Ушёл, а его заставил. А я давай ему помогать, насыпать хоть у ведро. Он брал, да высыпал. А тогда дробил дроблёнку. Надробил хорошо. А тогда пошёл буряки посрывал на огороде. Вот, а я заморилась, а покушала. Таблеток наглоталась, да и отдыхаю. Отдыхай. Думаю, никак работать. Отдыхай дальше. Ножками. Мотыляю уже, она ни ножки не хочет мотыляться. И доработалась. А теперь буряки надо идти обрезать. Копать я буду, меня снимайте. Я буду копать. Копать. Уже их выдергали, их там не копать. Подергали до кучки. Папка хотел бежать, эти буряки. А Леша их подергал. Надо было меня снимать, как я дергаю. Копаю. А кто будет снимать? Лешка. Я не умею. А Лешка не хочет. А что он такой не хочет? Не хочет, ты знаешь, что он не хочет. Захочет? Во. А теперь сижу да отдыхаю. Чё ж, меня умирать что ли? Без конца, без края работаю. Там неправду показывают в новостях, а ты смотришь. Ты всё правду, ты тоже правду показываешь. Что бомж лежит и банан твой кушает. Ну а там неправда. Ты взял бы до меня привез лучше банан. А ты... Бомжа несчастного, он... Я на видео его снимаю. Он на водку тратит, а ты его кормишь. Обосрался на тебе. Такой хороший. Ну, помощь бомжам. Бездомным, бродячим. А-а-а. Он не бомж, он бродячий, просто в дом ушел. Он сказал. Этот... Меня не держит. Знаешь, меня не держит. Сережа, таким помочь, какие не пьют. А какие пьют, не надо им помогать. Они пропивают, хлеба не за что покупать им. Зачем? Ну, не все пьют. Все пьют, вот они как хочет, так и живут. Тут бабка несчастная, денег не хватает кушать. Хлеба буханку купить, а ты бомж. Покупает водку, покупает, а ты его кормишь. Ну, денег нет покупать мне водку. Мне таких не жалко. Ему покажи. Другие купят водку, кого он попросит. Прохожих. Сейчас прям. Или денег насобирать. Что? Попросит купить его. Покупать, да его поедет. Люди ж покупают? Люди. Ну, не денег как, дают. Какие же алкаши могут покупать богатые? Бомжи. Бомжи. У кого есть, тот купит. На другой день другой. Появится деньги другой покупают. Все, Леша. Сережа, я уже замарилась, даже языком болтает. Ну вот. Ладно, всем пока. С вами была Баба Таня. Я отдыхаю. И Сергей Бабиджон. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Сергей Бурьян сказал.